Подходи, это сейчас брызнет. Блин, ощущение, что не остыло. Пар идет, смотри, еще и хороший. Ну, пар-то я сейчас тебе на руку попробую. Не остыло. Ну-ка, а глубже засунь руку. Да не остыло. Пойдем помочь. Дай вытру. Ой, уже выламывает. Ой, сама выламливает. Сейчас дело у нас с водой. Воду тоже надо поменять. Сейчас еще комбикорма принесу. Ладно, будем кормить всех. У нас просто ждут, нужно побыстрее покормить всех. Нравятся тебе мои макароны? А? Сверху комбикорм еще принесу и засыплю, и все будет счастье. Подкармливаем всех. Это на утро, блин, не пришли, они уже голодные. Угу. Здесь Рушан мастерил, такую красоту смастерил. Сейчас поближе покажу. Смотрите, как красиво. А знаете, что мне больше нравится? Что вот в этом вот дереве рисунок. Смотрите, какая красота. Ой, как красиво. Вообще супер. Смотрите, он обжег. Как красиво. Красотень. Видите, рисунок какой красивый. Полочки. Сюда можно будет еще такие крючки сделать и повесить. Можно зонты весить. Да, хоть что повесить можно. Сейчас кладу. Вот что-то здесь, а? Крючки, зонты. Да. Просто на камеру это как-то, да, странно передается. Да? Не очень что-то смотрится. А так вот, если честно, это очень красиво. Видите? Вот такая вот красота. Просто я легко не стремлюсь. Ну да, может быть. Но вот. А мы сейчас поедем в гости к Антимай. Сказали, если не приедем, то обидятся. Но мы для начала покормим всех, а потом уже поедем. Да, все наши жизни. Здесь мы уже все прибрали. Время, ночь, время, нормальные люди спят, блин. А мы полуночники, едем в гости. Кантимая позвонила и сказала, обижусь, ничего не знаю. Еще меня какую-то там кем-то назвала. Каким же она меня назвала? Обзывается, да, на меня, представляете? Вот такая вот, чтобы брала я челку, он неудобно мне себе, если проснулась, она у меня вот этот дымом стоит. Отвыкла, да? Не, не отвыкла, у меня дымом стоит, и чтобы сейчас, где я, вот утюжок, у меня его нет, его искать надо где-то. Это же нам нужно челку же ставить, не просто так, проснулась, расчесалась. Вот, я же сплю не пузом кверху, я же и так, и сяк, и лицом в подушку. А, как звезда. Так что время уже 11:30, пипец, у него еще воскресенье, через полчаса уже будет понедельник. А мы все, короче, катаемся. Сколько у нас мы уже успели лук переделать, а? И лук посадили, и забор наполовину сделали, там, ну как наполовину, столбики какие-то залили там, по возможности, забор сняли там, ой. Но еще помимо этого мы там и у баранов почистили. И всех накормили, сварили. Ой, дело переделали. Вот еще и успеваем вот эти по друзьям ездить. Да, блин, когда у тебя живность есть, ты накормить не так же, ты раз накормил. Ты же, они же тоже да. Это, как и... Даже вот свинки, почему мы воды мало даем? Потому что мы дома. Мы постоянно дома, и мы контролируем воду. Ходим там через каждый там час, да. Но слышим, она бушует. Так-то, конечно, слышишь, она спит, ты туда не подходишь, не тревожишь ее. А потом слышишь, она проснулась. Ага, идешь в воду, проверяешь сразу. Долил. Потом слышишь, через полчаса она опять ходит. Пошел опять, посмотрел воду. Она же переливает. Если ей много воды нальешь... Сейчас что было? Собака гавкала. Если ей много воды нальешь, она же переворачивает. И зачем нам это болото устраивать под свинарник? Поэтому мы немного, понемногу наливаем воды.
холодно. Не могу. Что-то прям чувствуется, снег вот-вот пойдет. Ну, обещают у нас снег. Что-то затянулось у нас зима. Да. Плохо вот. Масленицу рубить. А может, кто-то просто блинов не пек? Кто блины не пек? Признавайтесь. Кстати, есть такие, кто на масленицу блины не пек? У нас зрителей. Едем. Все, мы уже практически подъезжаем. Кстати, Кристинка там. Сейчас мы ее как раз заберем домой и повезем. Сегодня даже хлеб не взяли. Мы сегодня вообще никуда не выезжали. Не выезжали, представляете? Даже дядь Коля говорит, то у вас машина, говорит, там, радуется. Улыбается. А, смотрите, говорит, машина улыбается. Мы сперва не поняли, что такое. Ее, говорит, сегодня не мучили. Ну да, ее сегодня не мучили. Тут надо тебе 11:30. Надо было ее разбудить. Все-таки, да, разбудить и тронуть. Да нормально, они же приехали. Нам подарок дали, видишь, какое пиво? Класс. Из бочонка, мягкое. 100% солод. Ну я забыл, как палочками есть. Так, тебе как? Ты есть передняя вспышка? Да, у меня есть передняя вспышка. А почему у меня нету? Даже деревьев нет никаких. Никто не врезался. Темнота такая. И, кстати, фонарей нет почему-то. Главное... Ой, тихонько, тихонько. А, ты тоже вышла? Да. А вот, видите, еще Тимоша вышла. Главное, центр, а почему фонарей нету? Потому что уже в это время... Что ж такое? Чувствую, Кантима, мы у тебя сегодня остаемся. Машина не открывается. О, открылась. Оставайтесь. У меня есть здесь парень. Все, ну, едем домой. Погуляли, насиделись. Спасибо большое. Здоровы. Приезжайте еще. Ладно, обязательно приедем. Все, всем пока. Юра, пока. Пока, спокойной ночи. Пока, Юра, спасибо. Пока, спокойной ночи. И вам. Пока. Ага. А я пошел на прогулку. Давайте. О, можешь вас подвезти? На прогулку. Что тогда это? Это тогда не прогулка. Ага, пока. Вот так. Все, домой. Спать, отдыхать. Завтра работать. Стоять, молодые жены. Всем привет. Мы уже управились с хозяйством. И с утра пораньше опять едем в Павловскую. По делам. В поликлинику, потом еще по делам. Если честно, я смотрю, мне кажется, что челку она мне подстригла криво. Но это не она виновата, это то, что я закалывала челку, она у меня потом торчала, она ее и так смачивала, но не получалось уложить ее никак. А сейчас вот я смотрю, челка что-то криво, я ее сегодня поставила феном. Вот. Криво? Да, у меня голова еще мокрая, я только с бани сырая. Вот, поедем. Смотри, уж трава везде зеленая. Да? Угу. Красота. Сейчас заедем за Кристиной, заберем ее. Она нам нужна. И поедем. Мы уже дома. Мы уже пообедали. Рушан продолжает забор делать. Взяли Нэнси вот такой вот секрет комнаты. Это для стерилизованных. Сухой полнорационный корм для кошек от 1 года. Курица и рис. Для стерилизованных кошек и кастрированных котов. Такой вот здесь 2 килограмма, как я помню. Здесь Made in Россия. А вот 2 кг. 400, около 500 рублей стоит этот корм. Так. И мы взяли еще сегодня. Так. Не заденем? Не заденем. Так, это все Кристинина. Тун-тун-тун-тун. А это наша.
Надо как-то вытащить. Рушан, это корм надо вытащить, чтобы я кормить начала. Ты показала? Угу. Как бы, да, это сделать? Что, может, мы к себе разгрузим? Нет, надо сегодня отвезти. Может, и не увидим быстро. В этот раз смесь 40 килограмм. Подожди, побольше взял? Да. Может, давай телегу, Руж? Да нет. Любишь ты надрываться, я смотрю. Нет, я тебя люблю. Но надрываться я не люблю. Да, я заметила, что надрываться не любишь. Это для свиньи? Да. Для свинки, значит. А я вчера варила ей. Все, нету, да? Ты сегодня скажи. Она уже съела. Угу. Барашкам надо, потом барашкам не надо давать. Купили пилотику косточки. Кстати, вот эти вот косточки, я даже не помню, сколько они стоят. А, 210. Да, 210 рублей. Здесь две косточки идут. Как Рушан сказал, я бы сам их погрыз. Они пахнут. Вкусно пахнут. Да, очень хорошо. Есть дешевые, мы до этого брали дешевые косточки. Ну как, по-моему, 70, то ли 80 рублей. Они такие поменьше, и их две штуки. И когда собака их грызла, она, да, вот он у нас весь грязный был. Хотя там написано, что для чистки зубов, а там такое ощущение, после этой косточки ему еще щеткой чистить надо. Вот зубы. Качество похоже, знаете, на что, как мыло, да? Угу. Это вот хорошие косточки, здесь в упаковочке две штуки. Для здоровья, костей и суставов, зубочистики. Две штучки. Чистит и укрепляет зубы. Укрепляет кости и суставы. Легко усваивается. Лакомства для чистки зубов. Обогащены кальцием. Кстати, кальций я ему уже не давала. Так что такие вот на этот раз решили взять косточки. Так, сегодня у нас был, воду надо поменять тебе, да? Рис и творог. И мураши, конечно, естественно. Сейчас нужно будет здесь уборку сделать, да? Уборку, дай-дай, блин. Ты не доедаешь, за тебя потом мураши. Дай-дай давай. Смотри, мураши сколько развел. Из-за твоей чашки мураши, пилотик. Давай-давай, дай-дай, быстро. Давай, я сейчас сама съем, дай-дай быстро. Ну-ка, дай-дай. Дай-дай. Много, наверное, тебе положила, не надо было. Дай-дай, иначе я сейчас отнесу это все свинке. Свинка за тебя доест. Дай-дай. Давай-давай-давай. Худой такой, давай ешь больше, бегом ешь. Хозявкин. Что, надо убрать тогда на веранду? Давай. А то сейчас мураши разведем опять. Давай, ешь. Я не буду есть. Ну, сейчас еще 2 минуты посмотрим, он не будет есть, тогда это уберем. Там мураши сразу на чашку сбегаются. Вот она игрушка его любимая, да? Чья любимая игрушка? Тимой. Зайчик-попрыгайчик. Он в восторге от аромата, видишь, ему аж голову скруживает. Он просто не знает, как ее ухватить. Ой, много. Нравится? А? Нравится косточка? Лучше, да? Чем до этого были. До этого тоже были неплохие, да? Ой, грязнули. Иди попей воды. Попей воды, иди.
Попей воды. Не буду, потому что сейчас уже вот-вот дождь пойдет, они не съедят. Все. Еще только двое, все остальные сыты. Видите, какая она широкая курица, очень широкая. Вот это тоже крупная курица. Да ладно, я ж тебя не трогаю. Где мелочь? Курятники сидят. Вот это полубройлерная. Мы их брали как-то по 250 рублей цыплятами еще. Вот она, видите? Вот эти вот худышки. Такие изящные. Ну давай, иди присоединяйся. Остальных зовите. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. О, все подтягиваются потихоньку. Выходят. Сейчас надо пойти проверить, сколько яиц сегодня. Кстати, там подписчица пишет по поводу дрожжей. Читаю я комментарии, читаю, конечно. Всему свое время. На своей... Так упадешь, вывалишься. Ты слышишь? Я потом как буду тебя ловить здесь? Вы мои зайки. Ой, скажи, мы все съели, мы все выпили, да? Ну, давайте мне. Давай. Отходи. Дай чашку. Дай. Миску вашу. Какахи мы высыпем. Сейчас, подождите. Так. Давай, давай. А ты давай выходи. Ну, давайте, приступайте. Сейчас водички дам. Давай, водичку. Уходи, уходи. Лапу убирай. Да что такое? Давай, 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 давай. Уходим, отходим, отходим. Отходим. Опа, вот и водичка. Пейте. Сина еще вам принесу. Так, здесь что у тебя? А? Тебя надо было Буяном назвать. Тебя в баню. Отходи. Уходи, я сказала. Прибраться бы у них, но пока Рушана тележка занята. Отходи, я тебе воды дать не смогу. Будешь без воды сидеть. Он дерется. Буйный такой. Буйный ты, да. Все. Вода есть, самое главное. Корм есть, вода есть. Отходим. Отходим. Давай тебе добавлю водички. У тебя тоже все есть. Ой, тут. Сейчас еще принесу. Стой, сейчас воду принесу. Держите. Все.
Все, все счастливы. Когда надо, блин, их нету. Камни, камни ищешь? Ага. Давай шифер разобьем. Там же есть шифер, который нам не пригодится. Потому что тебе он еще сколько столбиков заливать. Да, вот этот. Только не дыши, Руш. Ногами просто поломай, или невозможно будет. У нас сегодня больше, чем полдня понадобилось. Мы сперва в больницу ездили, а потом по поводу забора. Несколько мест заезжали, сравнивали, где дешевле, где дороже. В одном месте в какую сумму нам обошелся забор? 75, это с доставкой. В другом месте 76, это без доставки. А доставка сколько стоит? Доставка 1000 рублей. Ну там опять в зависимости, как доставляют, с манипулятором, либо сами разгружают. Ну, вот здесь 75, я просто копейки не округляю, там 200-300. Угу. Вот там доставка идет, если с манипулятором идет, то доставка там 1500 рублей. А если сами разгружать, то 800 рублей доставка. Вот поэтому... Я говорю, мы люди не гордые, сами разгрузим. Вот, сейчас. Ну там небольшая есть разница в самом этом. Профнастиле. Оказывается, он не везде одинаковый. А каждая фирма, она по-своему, своя гарантия идет, свое покрытие, своя краска идет. Где-то с одной стороны, где-то с двух сторон. Ну нам полностью все посчитали. Это проф. Как эти трубы? Профиля еще. Профиля. Это не только это, конечно. Потом это профильная труба. Потом высечка, вырубка на низ идет. На весь периметр забора. Вот. И высота. Забор получается. Конечно, если забор он получается, если ниже, то он дешевле, да? Там почти. Ну, там квадратный два метр раза. Получается. Сейчас, в принципе, цена плюс-минус квадратный метр везде одинаково. Там она прыгает в 50 рублей. Вот. Мы планируем как бы здесь 2 метра. Угу. И это получается чуть больше 2 квадратных метров, потому что там он лист 1,20 м ширина. Вот. 1,20 м на 2 это уже получается больше 2 квадратов. Ну и профильная труба, понятное дело, как бы тоже там есть профильная труба 1,5 мм, 2 мм толщина. Вот. Мы рассматривали именно 2 мм потолще, потому что у нас здесь такие ветра, что профильная труба должна быть пожестче немного. Можно было, конечно, все и потоньше взять, и дешевле вышло бы. Не, есть такие маленькие, как бы эти, шарашкины конторы, так сказать. Ну, вот, знаете, там заходишь, в вагончике сидят там люди, вот, и тебе непонятно откуда привозят. Там цена дешевле у них. Вот. Но там сам профлист идет непонятного качества. Там спрашиваешь, гарантия какая? Ну, там гарантия 2 года, 3 года, а тут получается гарантия на то, что не выгорит 10 лет. Да, цена хорошая, так что мы еще до сих пор думаем и решаем. Не знаю. Нам еще предлагают и не кондицию. Еще дешевле. Да, там порядком дешевле будет. Но там есть один нюанс, там, грубо говоря, тот цвет, который мы хотим, он, в принципе, грубо говоря, ну, можем и набрать на это количество, сколько вам надо. Вот. Но там, может быть, разные партии быть. И там они будут немного отличаться на полтонна. Тоже не есть хорошо, когда фокус теряется, а когда начинаю камеры шевелить вправо-влево, тогда он вроде восстанавливается. А так что-то теряется. Раньше не было на этой камере такой проблемы. А сейчас что-то прям теряться стал фокус. Прям размыто так все. Питание работает у себя. Угу. Я уже всех покормила, осталось тебе крысок покормить. Крысок и собак. Собак я тоже не кормлю, потому что они на меня прыгают. И у меня выбивают прям с рук чашки и миски их. И я не могу их кормить. Поэтому что крысами, что собаками занимается, это 100% Рушан. Редко когда я собак кормлю, но очень редко. А собак я чуть позже буду кормить. Для меня легче приготовить, сварить, приготовить. Чашки помыть. Что, все здесь?
Нет, еще. Не-не-не, вот здесь залил. А, здесь да. А еще три столбика. Три? Когда мы были в Павловской, заезжали в Фикс Прайс. 100 лет не была в Фикс Прайсе, если честно. Давно, давно не были. Давно. Взяла контейнер. Я даже не знаю, сколько он стоит, если честно. Такой вот контейнер. Раньше было проще. Че? Когда в Фикс Прайсе все по одной цене было, когда. Да, сейчас там уже, знаете, 240. 299, 249. Не, 299 я не видела, 249 я точно видела. Вот. Уже все выше и выше, скоро будет 1099, дождемся. Угу. Вот этот хулиган, он все грызет, там у меня мука стоит. И вот он грызет, грызет. Вот я хочу туда сейчас быстренько полосну. И сюда я хочу пересыпать муку. А куда ставить ее потом? Подожди, а этот что-то пластик, он пищевой, нет? Там есть эта этикетка такая, рюмочка. Да, пищевой. Я ж там сразу посмотрела. Здесь 8,5 литров. И вот такие вот конфеты. Ронни суфле. По-моему, мы их уже брали, они такие ничего вкусные. Взяли такие конфеты. Все помыла, высушила. Все. Два полотенца сменила. Сухо вроде. А здесь чумок. А, это с этой стороны еще влажно. Ну ладно. Сейчас я достану муку. Вроде мешок еще живой. Да как живой? Как сказать? Живой. Ну вон, видите, что творит. Угу. Да, я про тебя. Я говорю про тебя. А мы только недавно зашли домой. На улице работали. Вот такая мука. Агрокомплекс. Агрокомплекс. Куда лезем, пилотик? А ты больше открывай, все равно этот легче. Давай. Будет высыпать. Какой легче, ну сейчас начнет высыпаться. Не легче. Как будет высыпать, а? Аккуратно, потихоньку. Так я бы сама там будет сыпаться. Ну все, влезет уж. Здесь 5 килограмм. Влезет, влезет. Влезь, влезь, утрамбовывать просто надо и все. Я тебе говорю, влезет. Так, чтобы не рассыпать, я пока сюда поставлю, а потом мы уже все, наверное, наконец-то. Не знаю, что за мука, если честно, я еще ни разу не пользовалась, я что-то как-то взяла на пробу и начинаю что-то стряпать. Думаю, это с этой муки, а потом, когда начинаешь, уже заводишь тесто, я что-то не рисковала. Не знаю, кто брал такую муку, напишите. Ну, кто с Кубани. Да, что за мука. У нас много смотрят местных. Да? Угу. Даже с Павловска нас смотрят. Огромный вам привет. Особенный привет. Да. Вот. Так что первый раз беру. А куда ее ставить? Я не знаю, на пол ее ставить не хочу. Что, пусть здесь стоит? Ну, пусть здесь стоит. Что теперь у нас? Уже и так все заставлено. Как же это делается? Как? Как же это делается? Как-то так. Да. А, что за конфета? По-моему, мы брали. Это еще... это какие-то коровки, по-моему. Ружка, я не то взяла, это суфле. По-моему, там и написано. Тогда вот написано суфле. Угу. Я тихо хотя я не люблю суфле. Не любишь? Mm-mm. Ой, ну хорошо, конфеты долго пролежат. Ну, гости придут, буду их чаем поить. Откуда ты был, да, гости любят суфле или нет? Ну уж извините. Мы сейчас будем уже собираться к Кристине в гости на чебуреки. Она нас пригласила. Угу. Да. Поэтому я решил кофе попить, чтобы чебуреков меньше влезло. И надо будет это отвезти ее материал, который у нас в багажнике. Я его зарахнул. Да ладно. А столбики я тебе чем заливал? Угу.
Так что увидимся с вами уже завтра. А ты, кстати, не заметил, мусор забрали у нас? Забрали. Угу. На плане они молодцы. И в праздники, и не в праздники всегда забирают мусор. Все, всем пока. Пока. Ты почему косточку свою не грызешь? Жук. Жук? А кто жук? Кто жук?